приехали в Протарас погулять. Думали, что тут тоже праздник. А праздник уже закончился. Видите, гостиница Одесса. Сейчас мы ищем какую-нибудь кафешку, чтобы попить чайку. Чайна? Да, это точно. Сувенирный магазин. Муж говорит Китай. You think this place is a Chinese? You mean Chinese style or Chinese production? Chinese production and Chinese style. Уже поздненько, поэтому людей не очень много в ресторанах. Но есть. Даже там что-то транслируют. Ice, this ice that you told me. Мороженое. Вот везде, где прикольно, там так шумно, что не хочется туда просто. А эти уже, наверное, закрываются. Ну, конечно, времени почти 12. Мы так поздно выбрались, искали, где находится этот, как сказать, ну, катаклизмоз по наиде. Так и не нашли. А, это мои рыбки. Я в прошлом году их посещала. Туда нужно ноги опускать. И рыбки их чистят. А в этих шариках, я помню, мне тоже предлагали покружиться. Кальянная, что ли? Вот. How you can ride it? Туристы на скутерах. Класс. Вот. Yes. It means they don't mind if I record them. Смотрите, здесь пусто, а здесь полным-полно. Бильярд, бар. Здесь тоже закрываются. У меня когда-то был лебедь похожий. Вот и здесь. А, замороженный йогурт. Все, шум закончился, рестораны закончились. А я сегодня без стабилизатора, точнее, я его взяла и оставила в машине. Решила, что если у нас не будет... Окей, we go for coffee. Решила, что если мы не идем на фестиваль, то зачем мне его с собой брать? Записывать ничего не буду. Потом решила все-таки записать немножко видео. Какие тут милые, красивые здания.
стоят цветочки в горшочках. Там такой дизайн цветочный. Такое миленькое местечко. И на каждом столике цветочки. И смотрите еще какие прикольные большие как горшки. У моей свекрови такая пальмочка есть. Ой, это что за мозаика? А там прям целый лунопарк, столько аттракционов. Зашли в кофейню попить чайку и кофейку, и увидели здесь вот так вместо стульчиков, в некоторых местах висят качельки приделанные. Вот так по над стеночкой висят. Ой, сейчас покажу вам. Прикольно, я сейчас сяду на такую скамейку. И это велосипед, why not? Но... Ой, так, сажусь. Ой, я катаюсь на качельке, мама мия. Прикольно. Тут уже пусто, никого нет. Ой. Так, по-моему, качелька как-то... Так, все, надо... Окей. Все, качелька меня чуть не сбросила назад. Ладно, буду пить мой чаек.